Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Очень рад очередной встрече с вами. Сегодня у нас уже 73-я по счету передача в рамках моей авторской программы «Конституция и мы». В студии автор и ведущий, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор Северо-Восточного федерального университета Ким Кимен Александр Николаевич. Сегодня мы будем говорить на тему «От детского спорта к олимпийским высотам». Для того, чтобы полнее раскрыть этот вопрос, я пригласил нашу студию наших уважаемых спортсменов, можно сказать, спортсменов, которые внесли свое имя хорошими золотыми буквами в истории спорта. Это Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия, и Виктор Рассадин, который совсем недавно в Стамбуле завоевал олимпийскую лицензию. Но в первую очередь мы, наверное, с Леонидом Николаевичем поздравим Виктора с тем, что он завоевал эту большую путевку на Олимпийские игры в Париж 2024. Это очень значимо. Я думаю, многие земляки за это рады. И потому от имени всех якутян разрешите вас поздравить с этим знаковым событием. Спасибо. Леонид Николаевич, ну, вы участник двух Олимпийских игр, и было время, когда я сам летал на Олимпийские игры, болел за вас, и вы всегда как-то были вот в шаге от медали, да? И, конечно, это было очень обидно, но, тем не менее, вы первый чемпион мира среди студентов. Я помню, как мы вас чествовали в культурном центре университета. Это было начало пути, ну и в вашем активе множество различных званий, да, и чемпион азиатских игр, значит, призер чемпионата мира. Но вот сегодня вы уже руководите отраслевым министерством, развиваете физическую культуру и спорт. Но для меня очень важно, и для наших телезрителей, радиослушателей, всегда важно, с чего начинался путь. Поэтому хотелось бы спросить вас, где ваше детство, кто ваши родители, и с чего начался ваш путь в спорт? Ну, во-первых, разрешите поблагодарить Александра Николаевича за ваше приглашение. Мы очень рады, что такие люди, как вы, тоже интересуетесь спортом, всегда болеете и помогаете. Ну, хочу, если сказать про себя, то, конечно, мы все росли в селах. Да? Я с Хангаласского улуса, село Второй Жимкон, село, ну, Кердем называется. Да? Я там родился, вырос. Мои родители, ну, простые люди. Мой отец электриком работал всю жизнь, сейчас в пенсии. Моя мама работала воспитателем детского сада тоже всю жизнь, да, сейчас тоже находится на пенсии, в заслуженном отдыхе. Да, ну, и мы в семье, нас детей было четверо. Самая старшая у нас сестра Елена Николаевна, ну, и трое парней, это мой старший брат Евгений Николаевич, я средний, второй сын, да, и третий мой брат Петр Николаевич. Вот трое ребят, которые тоже все занимались спортом. Все занимались спортом. Ну, в наше время всегда было приоритетно заниматься спортом. В то время компьютеров не было, телефонов не было, гаджетов не было. Поэтому развлечение детей было занятие спортом. Занятие спортом. Ну и, конечно же, в селах у нас всегда на первом месте стояла работа. Мы каждый день работали, учились, работали. Поэтому для нас заниматься спортом – это было отдыхом. Да. Uh-huh. Мы ходили на секции, вот, и с радостью туда ходили, бегом бежали, чтобы какую-то часть работы не работать, да? Честно, если так сказать. Образно можно сказать, что это было уже развлечение для вас. Развлечение, да. Вот, ну и, конечно же, мой отец тоже и родители мои поддерживали то, что мы занимаемся спортом, развиваемся, ну, гармонично, да. Uh-huh. Вот, ну и, конечно, про учебу тоже не забыл. Вот. Леонид Николаевич, спасибо. Ну вот вчера мы отмечали Международный день семьи, а вообще по стране весь 2024 год нашим общенациональным лидером
гарантом Конституции Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом семьи. То есть из вашего рассказа вытекает, что именно роль родителей ваших, да, которые вот способствовали трудовому воспитанию, ответственному отношению к учебе, да, ну и увлечению спортом. И с этой точки зрения, конечно же, мы можем сказать большое спасибо нашему первому президенту, благодаря которому у нас есть собственная Конституция Республики Саха-Якутия. И хотелось бы отметить, что многие его идеи – это год детства и детского спорта, учреждение Дня матери, учреждение Дня отца – это все способствовало развитию семейной политики. И вот вчера буквально в Николаев-центре в Актюмцах мы провели презентацию коллективной монографии о роли Михаила Ефимовича Николаева в формировании государственной политики именно в сфере семейных отношений. Поэтому то, что вы рассказали, это очень значимо. Но кроме того, Михаил Ефимович является инициатором проведения первых международных детских спортивных игр «Дети Азии». И я знаю, что вы были первым участником и первым чемпионом по вольной борьбе. Пожалуйста, вспомните вот эти годы и что вам дали вот эти победные дни именно в рамках «Дети Азии». Ну, вообще у нас первый президент Михаил Ефимович Николаев был вообще делал такие идеи революционные, масштабные и долговечные. Поэтому мы, конечно же, благодарим Михаила Ефимовича Николаева за то, что он дал нам возможность развиваться, возможность проявить себя, да, как участник международных игр «Дети Азии», говорю. Ну, и в то время, конечно, принимать такое решение, сделать международные игры в азиатских странах, это было нечто, да, потому что, насколько я сейчас руководитель Министерства языка, культуры и спорта, проводит большие мероприятия, это большие требования, там нужны специальные объекты, проживание, питание, транспортные вопросы, ну, если это было нечто, да, вот благодаря этому решению провели первые игры. Конечно, там участвовало 7 стран. Uh-huh. 7 стран, да, участников было мало, но начало было заложено, и благодаря этому началу сейчас мы вот уже проводим 8 международные игры «Дети Азии». В этом году в городе Якутске мы проводим. Сегодня уже участвующих стран стало 26 стран сегодня участвуют, uh-huh. да, приедут, uh-huh. и более 3500 участников. Uh-huh. Это по сравнению с 96-м годом уже очень много. 7 да, стран и 26 mm-hmm. стран, это уже такой большой путь прошли, да. Ну и, конечно же, каждым годом мы улучшаем проведение этих игр. И сегодня уже на уровне правительства нашей республики, на уровне главы нашей республики работает много комиссий, и уже готовимся. Осталось всего чуть больше месяца проведения этих игр, и сегодня проводится очень большая работа по подготовке к 8 международным играм «Дети Азии». Ну, буквально вот, как вы отметили, революционные действительно идеи были у Михаила Ефимовича, и первые игры как раз-таки были посвящены столетию современных Олимпийских игр, основанных Пьером де Кубертеном. Ну и вот как раз мы перейдем к Виктору. Виктор, значит, у вас как, вот вы послушали, как у Леонида Николаевича, у вас как начинался путь в спорте, с чего он начинался, расскажите, пожалуйста. Спасибо, хочу всех поприветствовать, кто смотрит, слушает, спасибо за приглашение. Ну, мой путь начинался с города Среднеколымска, где я родился. Мои первые шаги в спорте именно оттуда и начинались. А после этого я поступил в школу-интернат у Солданского УСа. Вот, и потренировавшись 2 года, попал в сборную команду и представил вторую команду на игры «Дети Азии». А, ну, конечно, тоже было проделано много работы, чтобы поучаствовать, попасть в команду, так как у нас в Якутии конкуренция сильная очень в борьбе. У нас борьба номер 1 в Якутии, поэтому на самом деле у нас конкуренция большая и очень много детей, кто занимается, и все хотят попасть на «Дети Азии», потому что у нас дома проходят, и это очень большая ответственность.
Вот. Ну и вот в 2008 году на четвертых играх я стал победителем. Получается так, что вы вошли не в состав первой сборной, а в состав второй сборной, да? Ну да, у нас... За счет каких вот ваших качеств получилось победить? Ну, так получилось, что который мой соперник по финалу выиграл первого номера, можно сказать. А я отомстил за первого номера. А, то есть за своего, да, за своего, да, парня, да? Группы, да. Ну, Виктор, когда выиграл еще Международные игры Дети Азии, ему дали путевку посмотреть Олимпийские игры в 2008 году в Пекин. А, поэтому, да, он туда ездил, смотрел Олимпийские игры, как я боролся, как раз я там боролся. Ага. Вот. Расскажите, пожалуйста, об этой поездке в Пекин. Ага. Ну, вот победителям Дети Азии сделали такие, как подарки, да, ну, угу, дали детям возможность поехать посмотреть Олимпийские игры, так как у нас наши земляки участвовали, вот Леонид Николаевич боролся, а Георгий Русланович Балакшин тоже боксировал. Да, угу, боксировал. Вот, я в основном на борьбе был, поэтому смотрел, как боролись вот Леонид Николаевич. Витя Корякин боролся. Ага, Виталий Корякин, ну да, забыл, Виталий Корякин боролся у нас. Вот, было на что быстрее, запомнилось очень. Ну, и... У вас тогда зародилась мечта стать участником Олимпийских игр? Ну, я тогда чуть молодой был, немножко еще юный, не осознавал, как бы. Ага. Ну, конечно. Подсознательно, как бы, может быть, да, какой-то вот. Да, все равно ребенок, хоть и в раннем возрасте, он все равно смотрит на трибуны, на арену, и есть мотивация, получается. Ну и, конечно же, мечта была попасть на Олимпийские игры. Вот. Здорово. Леонид Николаевич, ну вы как министр, конечно, сегодня проводите очень большую, комплексную, разнообразную работу для того, чтобы реализовать конституционные принципы, да, для того, чтобы каждый человек мог себя проявить в том деле, которое он избрал для себя, да. Расскажите, пожалуйста, вот какие концептуальные направления развития физической культуры и спорта определяет ваше министерство? Какая поддержка со стороны правительства, главы республики в этом деле? Спасибо. Ну, в нашей республике вообще существует закон по физической культуре и спорта, да, развитие физической культуры и спорта. Он, только в нашей республике есть закон по национальным видам спорта. Есть у нас и закон по детскому спорту, да. Также у нас есть и нормативно-правовые акты. Это развитие. Мы в 2021 году приняли стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Мы сегодня по распоряжениям правительства утвердили развитие массового спорта нашей республики, занятия, систематические занятия населения спортом. Мы приняли программу развития детского спорта в прошлом году до 2030 года. По этим документам мы сегодня работаем и развиваем спорт. Конечно, ковидные времена нам очень много было помехи для развития. Да, определенный простой, можно простой сказать. Простой был, да. Поэтому мы после ковидных мероприятий начали возобновлять многие спартакиады наши. Mm-hmm. Мы сегодня возобновили спартакиады школьников, которые было приостановлено где-то 6 лет. Да, да, это очень значимо. Мы возобновили, да. Сегодня мы провели спартакиаду по адаптивным видам спорта в прошлом году в Амкинском улусе, очень на высоком уровне. Впервые. Впервые, да. А также мы сегодня приняли концепции проведения спартакиады народов Республики Саха-Якутия, спартакиаду по национальным видам спорта Василия Манчары. Благодаря этому были приняты такие, ну, нормативные правовые акты, в основном по спорные моменты, которые были до этого, да, например, это по легионерству улусов районов, да, и поэтому благодаря этим концепциям сейчас сегодня мы уже начинаем работать и проводить такие спартакиады. Вот. Ну, и, конечно же, мы сегодня по стратегии развития физической культуры и спорта работаем. У нас есть еще и программа, олимпийская программа, которая тоже поддерживает высший спорт. Да? Вот. И по этим программам мы работаем.
Ну, замечательно. Конечно, вот когда создается нормативно-правовая база, она определяет в целом, да, направление движения. И это очень здорово, что вы уделили этому самое такое внимание большое. Ну, Виктор, вы завоевали в Стамбуле олимпийскую путевку. Можно образно сказать, что вошли в последний вагон, да, поезда, который едет в Париж. Вот расскажите, пожалуйста, об итогах этого турнира, лицензионного турнира, да, и... Конечно, мы знаем, что всего 16 человек будут в вашей весовой категории бороться. Знаете ли вы своих соперников и какие вот планы у вас сейчас по подготовке к Олимпийским играм? Угу. Ну, спасибо за поздравления всей республики, кто за меня болеет, переживает. Очень приятно, что поздравляют, волнуются. Ну, в первую очередь, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свое руководство, главу региона Арсения Сергеевича Николаева, что делает большой вклад в нашу республику в спорте и также поддерживает наших легионеров, потому что мы все равно с Якутии, поэтому мы все вместе как в команде работаем. Также хочу поблагодарить нашего министра спорта Леонида Николаевича, который сам лично проводил переговоры, помогал, так как были у нас тяжелые, ну, помехи тоже были у нас с ЮВИ. И также хочу поблагодарить, чуть-чуть уделю время на благодарность, потому что эти люди мне очень сильно помогли. Также хочу поблагодарить директора Центра спортивной подготовки Пахомова Михаила Дмитриевича, свою команду, тренеров, ребят, медицинский персонал тоже. Поэтому это общая коллективная работа. Без них, я думаю, да, это совершенно справедливо, было бы очень когда тяжело. Вот слова благодарности звучат, это здорово. Ну, потому что это так и должно быть. Да. Я знаю, когда на самом деле, когда было трудно все это. Ну, то есть побеждает не один человек, все-таки это командная работа. Да, да, да. Ну и вот я оправдал их ожидания и надеюсь, что с Божьей помощью я завоюю олимпийскую золотую медаль. Будем надеяться на лучший результат. Ну вот в Стамбуле какой соперник был для вас наиболее такой, наиболее такая тяжелая схватка? Или вы были уверены в себе? Ну, конечно же, многое зависит от подготовки, как ты готов. Я в основном занимаюсь здесь дома у нас. Готовлюсь со своими тренерами, ребятами. Вот, если сказать по соревнованиям, состав вообще сам сильный очень, потому что это лицензионный турнир, он очень ответственный, и приехало очень много стран. В нашем месте 46 человек было, это получается 46 стран, да? Ну, в каждой схватке она по-особому тяжелая, все хотят выиграть, поэтому благодаря хорошей подготовке и своей команде я выиграл, ну, вышел в финал и завоевал эту олимпийскую путевку. Ну, вот о тренерской работе, если будем говорить, кого вы можете вспомнить? У вас, наверное, несколько было тренеров, если начать со Среднеколымска. Ну, да, у нас в Среднеколымске мой первый тренер – это Айнитов Михаил Захарович, который я пошел первые свои шаги в спорте. Как я сказал уже, в Усалдан я попал Дмитрию Ивановичу, моему первому тренеру, который тоже очень многое для меня сделал, с малых лет вырастил меня как спортсмена. Также сейчас я занимаюсь у Константинова Артура Константиновича. Вот мы по сей день работаем. Ну и всему коллективу, конечно же, все тренера, которые помогают. Мы как одна команда работаем. И есть свои плоды у нас. Ну, я совершенно солидарен, и я думаю, Леонид Николаевич с этим согласится. Вот Пьер де Кубертен говорил о том, что о спорте мир, да, о спорте справедливость, о спорте радость. Все-таки то, что написано в «Вода спорте», должно реализовываться. Есть Олимпийская хартия.
Поэтому я считаю, что Международный олимпийский комитет не должен в какой-то мере вот вводить какие-то определенные конкретные санкции против каких-то стран и так далее. Все-таки Олимпийские игры – это праздник. Праздник для всего человечества. И тот настрой, который есть сегодня у Виктора и помимо... Еще раз приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Сегодня в рамках авторской программы «Конституция мы» тема «От детского спорта к олимпийским высотам». В студии министр спорта Леонид Спиридонов и обладатель олимпийской лицензии Виктор Рассадин. Леонид Николаевич, ну, продолжим наш разговор. У нас, конечно же, Федерация спортивной борьбы возглавляет лично глава республики Айсен Сергеевич Николаев. И я думаю, что впервые у нас 4 олимпийских путевки. Более того, по легкой атлетике Сардан Трофимов завоевала. Я в этом вижу огромную работу министерства, возглавляемого вами, всех федераций. Расскажите, пожалуйста, о наших спортсменах, которые вот сейчас готовятся. Ну, во-первых, хочу поздравить наших спортсменов, которые завоевали путевку на Олимпийские игры. Как человек, который тоже прошел этот путь, я знаю, как она достается, каким трудом, какими усилиями. Вот. А ну, мы очень рады за Сардану Трофимову. Она очень хотела попасть на Олимпийские игры. Наконец-то исполнилась ее мечта. Она будет уже участвовать на Олимпийских играх, да. Ну и, конечно же, хочу сказать, что это впервые в истории якутских спортсменов, что наша спортсменка попала на Олимпийские игры по марафону. Это впервые в истории. Поэтому мы очень рады, что делаем историю. Вот. Ну и, конечно же, 4 спортсмена-борца тоже попали на Олимпийские игры. Это тоже в истории впервые. А вообще, это вся, как сказал вот Виктор, да, командная работа. У нас глава нашей республики Айсен Сергеевич очень поддерживает сферу спорта, здоровый образ жизни, да. И, конечно же, он еще и сам лично является президентом Федерации борьбы на Республике Саха-Якутия, поэтому уделяет большое внимание развитию спортивной борьбы нашей республики. Вот. Ну и хочу сказать, что вот последние вот дни наши борцы показали хорошие результаты. У нас молодежная команда Республики Саха-Якутия перенесла первенство России 5 медалей. 2 чемпиона России у нас сегодня. 1 серебро и 2 бронзы. Ну и вот недавно прошел чемпионат России по вольной борьбе, где Лев Павлов стал серебряным призером. Ну и серебро принес парень из Скобяйского улуса, да, вот, и девушка у нас Огородникова перенесла тоже бронзовую медаль. Кроме этого, у нас по молодежи парень по греко-римской борьбе Александр Андреев тоже стал чемпионом России. И вот сейчас он попал в сборную команду Российской Федерации и будет участвовать тоже впервые в истории, да, из якутян по греко-римской борьбе будет участвовать на чемпионате Европы. Поэтому исторические результаты вот где-то за 2 месяца, да, вот, да. Поэтому мы благодарим сегодня Асена Сергеевича, команду правительства, конечно же, ну и работников всех отрасли Министерства физической культуры и спорта. Да, это замечательный. Ну вот, когда мы говорим с Виктором, вот вы сказали, вы были в составе 2-й сборной. Леонид Николаевич, вы в какой были сборной? Ну, я тоже был 2-й сборной. Да, вы что? В Саха-Якутии я тоже принимал участие со 2-й команды. В моей первой команде был Дмитрий Михайлов, он чемпионом мира среди юношей, поэтому он был первой командой. По-моему, Ариан Тютрин, Аял Лазарев тоже, по-моему, ну, начинались. Хочу, да, и хочу отметить, что вот наши ребята, спортсмены, которые сейчас завоевали путевки, да, Ариан Тютрин, вот Виктор Рассадин, Аял Лазарев и Сардана Трофимова, все участники игр Дети Азии. Поэтому наши международные игры Дети Азии, они являются как сегодня, как тема сегодняшней передачи, да, от детского спорта к олимпийскому, к олимпийской высотам, да, и как раз вот наши игры, они являются таким началом спортивной карьеры многих-многих детей, которые в дальнейшем будут показывать большие успехи в спорте.
Ну вот смотрите, у нас прошли выборы президента Российской Федерации, да, и, конечно же, Владимир Владимирович Путин побил все рекорды по поддержке, порядка 88%, по участию россиян в выборной кампании 77%. Ну и последующим после инаугурации у нас прошло формирование состава правительства. Михаил Дегтярев стал новым министром спорта. Вот ваши инициативы, вот в части, значит, работы с федеральным министерством, какая практика и что вы хотели бы в последующем добиваться вот через Министерство спорта? Ну, мы, во-первых, поздравляем Михаила Дегтярева, да, то, что он стал министром спорта. Он является мастером спорта по фехтованию. Он сам, когда был депутатом Госдумы, он руководил комитетом по молодежи и спорту, поэтому спортом он как бы связан и работал в этой сфере. Вот. Ну и, конечно же, он при выступлении перед депутатами сказал, что будет уделять большое внимание развитию массового спорта, да, детского спорта. Конечно же, мы это направление тоже поддерживаем и будем работать в этом направлении с Министерством спорта Российской Федерации. А по федеральным программам у нас есть программа «Спорт. Норма жизни». А по этой программе, федеральной программе, у нас строятся спортивные объекты, спортивные площадки. Вот, благодаря этим федеральным программам мы построили сегодня спортивные объекты. Да? Вот сейчас к детям Азии мы строим по этой программе в Сайсарском округе спортивный многофункциональный спортивный зал. Вот, и, конечно же, мы будем в этом же направлении по строительству спортивных объектов, инфраструктуры, будем сильно и плотно работать с Министерством спорта Российской Федерации. Ну и, конечно же, по многим работам, которые мы сегодня ведем, это по базовым видам спорта, по развитию детского спорта, по формированию резерва спортивной подготовки, мы с ними плотно работаем и будем работать. Ну, я вот слышал, именно благодаря вашей инициативе в Музее спорта будет целая экспозиция, рассказывающая о национальных видах спорта на области Якутии. Да, я забыл это сказать. Расскажите вообще вот ваше отношение к национальным видам спорта, ну и подготовка к очередным играм Манчары, которые пройдут в следующем году в Татинском области. Ну, сегодня мы, как я сказал, у нас в нашей республике есть закон по национальным видам спорта, да, и работа по этому закону. И мы сегодня развиваем наши национальные виды спорта. А наши национальные виды спорта уже не только в республике развиваются, они уже в Российской Федерации. В реестре видов спорта Российской Федерации у нас из национальных видов спорта сегодня и это масс-рестлинг входит, хапсагай и якутские прыжки. Вот. Ну, масс-рестлинг все вы знаете, мы уже проводим чемпионаты мира, чемпионаты Европы, чемпионат России. Вот. И ведется сейчас работа по включению масс-рестлинга в игры дружбы. Мы вот недавно ездили в Казахстан, мы там уже подписали соглашение о включении масс-рестлинга игры кочевников, всемирные игры кочевников. Ну и, конечно же, мы сегодня с развитием масс-рестлинга уже ведем работу для того, чтобы масс-рестлинг вошел в олимпийскую программу и был олимпийским видом спорта. Вот, а также сейчас хапсагай у нас тоже развивается, сейчас уже ведется работа по открытию в регионах Федерации по хапсагаю и открытию Российской Федерации, Федерации по хапсагаю. Вот, ну и по музею, если я сказать, наши национальные виды спорта очень привлекают внимание. Мы в прошлом году встречались в этом форуме «Спортивная держава, Россия – спортивная держава» с руководством Музея спорта Российской Федерации, с Министерством спорта Олегом Васильевичем Матыцыным, да, и было решено, чтобы мы первым вообще сделали выставку в этом музее из регионов, да, и поэтому мы с прошлого года переговоры вели, и сейчас мы это реализовали. И вот где-то 24-25 мая мы уже сделаем открытие этой выставки. Сегодня Асен Сергеевич тоже
подтвердил свое участие на открытии этой выставки в Москве. Да? И в этой выставке мы будем показывать наши все экземпляры по национальным видам спорта. Ну и, конечно же, не забываем и по 8 международные игры. История игр Детей Азии. Поэтому, если кто живет в Москве или туда поедет в гости в Москву, да, обязательно посетите музей спорта в Москве, где мы выставили свои экспонаты. Это тоже будет очень большая популяризация наших видов спорта и, конечно же, Республики Саха-Якутия. Музей спорта сегодня подписал соглашение со школами города Москвы, и в течение года этот музей посетят более 90 тысяч детей. Поэтому это будет очень большая популяризация наших видов спорта. Спасибо, Леонид Николаевич. Вот мы всегда говорим о том, что массовый спорт дает результат в спорте высших достижений. Вот относительно массовости физической культуры спорта в республике, какие наши показатели и над чем необходимо работать? Да, ну, по показателям занимающихся массовыми видами спорта, в нашей республике, конечно, мы являемся одним из самых спортивных регионов в Российской Федерации. Потому что мы, как я сказал, проводим очень много спартакиад, которые сегодня в Российской Федерации только начали тоже возобновлять после Советского Союза. Да? А мы это не теряли. Мы с 90-х годов уже проводим эти спартакиады. Спартакиады по национальным видам спорта, спартакиады народов Республики Саха-Якутия, ну и спартакиада школьников, спартакиада трудовых коллективов и так далее. Поэтому массовая доля систематически занимающихся нашей республики сегодня составляет 57% жителей нашей республики. Это очень большой показатель, и мы надеемся, что этот процент будет каждым годом увеличиваться. Но я знаю, что вы даже проводите зарядки на стадионе. Как у нас возобновятся зарядки? Мы вот 8 мая, день рождения нашего тоже политического деятеля, руководителя в сфере спорта Николая Николаевича Тарского, столетия юбилейного дня рождения, столетия Николая Николаевича Тарского, открыли сезон зарядок на наших площадках, да, и на этом площадке приняли более 500 человек. Это тоже был рекорд. Mm-hmm. Мы сами удивились, что пришли очень много людей, да. Mm-hmm. Вот. И с этого дня мы каждый день уже делаем зарядки в наших площадах в городе Якутска, ну и в центрах, районных центрах улусов, да. Mm-hmm. Также у нас сегодня при участии управление массового спорта, управление спорта, массового спорта. Мы внедряем проекты. Это проект «Здоровый наследок». Сегодня уже на этом проекте включены 100 наследов нашей республики. И каждым годом мы будем увеличивать эти наследы. Да? Также по программе оздоровления населения у нас тоже мы в Минздравом, Министерством здравоохранения тоже работаем, по проектам участвуем. Поэтому много таких проектов, которые мы сегодня прорабатываем и ведем для того, чтобы наши люди были здоровы. Да, это совершенно верно. Мы не должны, как говорится, обогащать фармакологическую индустрию. Да? Мы должны создавать. И я думаю, что сегодня такой большой тренд среди молодежи, да, именно заниматься активностями, быть в какой-то мере всегда спортивно подготовленными, физически здоровье, отказ от алкогольных напитков. Это большая государственная политика, и в этом отношении, конечно, многое делается. Виктор, хотел бы к вам обратиться. Вот вы победитель игр Дети Азии, сегодня вы участник Олимпийских игр. Что бы вы могли посоветовать молодому поколению, нашим школьникам? Над чем надо заниматься, чтобы иметь определенный жизненный успех? Ну, я хотел бы, конечно, посоветовать молодежи вообще заниматься спортом по мере возможности здоровья, да, посещать спортивные залы. Очень много и коллективных, командных, да, видов спорта. Также хочу пожелать успехов, удачи тем ребятам, которые готовятся к Детям Азии, тем спортсменам, которые готовятся к Олимпийским играм.
чтобы они вот в этот небольшой срок подготовили еще усерднее, посмотрели за своей дисциплиной, питанием и профессионально подошли к ответственным соревнованиям. Я надеюсь, что наша команда оправдает все наши надежды, и наша команда, как всегда, Якутия, должна занять первое место на предстоящих спортивных играх Дети Азии. Также я присоединяюсь к словам Леонида Николаевича. Хочу поздравить всех олимпийцев с завоеванной путевкой и тоже пожелать им успехов. Спасибо. Леонид Николаевич, вот прошлый год у нас прошел под флагом столетия физкультурного движения в Якутии, и я слушал ваш прекрасный доклад, когда вы упомянули и о Николае Николаевиче Тарском, Романе Романовиче Бурнашове, Афанасии Егоровиче Алексееве, Семен Ивановиче Алексееве, это Степан Спиридонович Татарин, ну, тех людей, Петр Егорович Попов, Виктор Петрович Наговицын, Михаил Дмитриевич Гуляев, Иннокентий Юрьевич Григорьев. Вот именно сегодня какое вы хотели бы сделать пожелание в адрес якутян, как действующий министр спорта? Ну, Александр Николаевич, как вы сказали, все люди, которые вы отметили, они работали во благо развития нашей республики, во благо оздоровления народа нашей республики, да, вот. Ну и каждый руководитель, министр или председатель госкомспорта, они внесли большой вклад в развитие физической культуры и спорта нашей республики. Сегодня мы тоже ведем такую работу. Мы хотим, чтобы наша работа и работа тех людей, которые до меня работали, в совокупности стали плоды, ну, приносили плоды, да, и, конечно же, чтобы люди занимались спортом, чтобы самое главное, чтобы люди были здоровыми, чтобы мы были здоровой нацией, да. Ведь здоровый человек может каждое утро рано вставать, каждое утро рано идти на работу, внести вклад в развитие нашей республики. Здоровый человек будет радоваться жизни, здоровый человек будет делать победы, показывать результат. Поэтому здоровье – это для каждого человека, и здоровье – это успех, и здоровье – это, конечно же, и красота. Совершенно справедливо. Вот, начиная с Владимира Владимировича Путина, он мастер спорта по дзюдо, да, Михаил Ефимович Николаев занимался штангой, и вот та политика, которую начал Михаил Ефимович Николаев, сегодня продолжается в действиях Айсена Сергеевича Николаева. Конечно, большое спасибо главе республики, правительству, Министерству спорта, спортсменам, да, за то, что вы мотивируете. И не случайно мы вели сегодня разговор о спорте. Я хотел бы в заключение также пожелать всем нашим олимпийцам успехов, ребятам, которые будут представлять нашу республику на играх Дети Азии победит. Пусть будет спорт, пусть будет здоровье и всем успехов. Спасибо, что вы были с нами. До свидания, до следующих встреч.